Да хуй назвать нормально, ненормально, да это не нас, блядь. Вот. Да какого, да, там пиздец. Они там, это... блядь, можно сказать, я не знаю, половину, блядь, захватили нахуй того, что было захвачено, блядь. Да, 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 они давят. Вот. Фронт находится в 2 километрах от нас. Ага. Ну, ебошат они, конечно, конкретно со всего. Ну, деревни, да. Которые это раньше были наши, отжали, они выгнали вот наших. Тут, блядь, вплоть до окружения доходило. Хуйня тут, конечно, серьезно творится. Я говорю, блядь, чем они только нас не засыпают, и градом, и хуядом, блядь, я ебал. Вот. Не надо вообще не прекращать. А чего, подожди, Вань, вы про они про командование проспало эту хуйню, что ли, или что? Я не знаю, как. Растянули да вас там по всей хуйне, по всему фронту, размазали, блядь, как этих. Да, 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 кучками. Вот она и хуйня и получается полнейшая. Они еще, сука, это Но. У них эти ракеты Хаммерс американские пошли. Ну я знаю, ну все это про эти Хаммерс ебаные все показывают. Ноги аж трясутся нахуй. Он ебал, даже земля трясется. Тут наши-то все нахуй дищут.